Всем привет! Снимаю короткий ролик, но здесь речь пойдет не о растениях, они будут всего лишь на фоне. Все прекрасно знают и понимают, что платформу YouTube скоро закроют, поэтому я зарегистрировалась на другой платформе, называется Rutube, канал называется также Зоя Провинциалка. И чтобы не потерять зрителей, знакомых и уже даже друзей, переходите по ссылке, я оставлю в описании под этим видео и закреплю первым комментарием. Я надеюсь, что мы там с вами встретимся и не потеряемся. Я желаю всем всего самого хорошего. Пока!